Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Дмитрий Евланов и канал Сады Тамбовщины. И сегодня мне передал эстафету Осман из солнечной Махачкалы. Осман, привет тебе! Вот. Эта эстафета предназначена для самоинтервью блогеров, которые только начали не так давно заниматься выпуском роликов на YouTube. Вот. И одним из таких первых вопросов в этом интервью, в этой эстафете является: почему я стал блогером? А я не знаю, почему я стал блогером. Просто, наверное, потому что мне захотелось что-то снять, что-то выложить. Может быть, кому-то мой опыт пригодится. Вот. Вот, наверное, именно поэтому. А еще потому что на этом настоял мой сын. Потому что вот в прошлую зиму у меня выдался такой как бы мини-отпуск, наверное, около недели. Я сидел, смотрел, просматривал YouTube. И он говорит: пап, ты очень много смотришь роликов про растения. Вот, почему бы тебе не создать свой канал? Вот, ну, вот с этого все и пошло, и поехало. Вторым вопросом: о чем мой канал? Мой канал, конечно же, о растениях. О тех растениях, которые посажены в моем саду. Вот буквально сегодня, чуть раньше, я вышел на свой участок и занимался подготовкой хвойных растений своих к зимовке. Многие знают, что у меня очень много хвойных в этом году появилось. Совсем прям вот от таких размеров до достаточно приличных уже. Ну, конечно же, есть и вот такие экземпляры, уже достаточно взрослые. И все хвойные нужно готовить к зимовке. Также у меня есть розы, также у меня есть цветущие кустарники. Вот о них я и рассказываю на своем канале. Как отнеслись родственники к тому, что я стал блогером? Да я не знаю, наверное, никак. Ну, то есть, абсолютно ровно, абсолютно нормально. Вот. Ну, правда, конечно, поначалу всем было интересно это тоже. Все помогали мне там чем-то, советом, или помогали снимать. Но сейчас я вот купил небольшой штативчик, снимаю на него. Потому что как снимать ролик, так у всех находятся какие-то свои срочные дела. И начали фыркать типа того: ну вот, занимаешься, занимайся. Вот, нам некогда. Там у жены, как говорится, весь дом на ней. У меня весь двор на мне. Сын учится, ходит на разные секции. Вот, ему тоже порой бывает некогда этим заниматься. А так все абсолютно нормально отнеслись к этому. И никто как бы особо не каких-то протестов там, я не знаю, что ли, не имел. Вот. Так, и следующее в этой эстафете является, следующим пунктом является то, кому бы я хотел передать свою эстафету. Вот такой еще вопрос хотел бы здесь озвучить. Очень давно меня очень много людей подписываются на канал с просьбой подписаться на них в ответ. Вот. Я не знаю, конечно, может быть, сейчас я скажу глупость, но вот буквально 2 дня назад подписалась девочка ко мне, которая играет на фортепиано, на пианино. Не знаю даже, как правильно это сказать, потому что для меня что пианино, что фортепиано, что рояль в кустах — это все одно и то же. Вот. И попросила подписаться на нее. Вот. Я открыл ее страничку, зашел, посмотрел ее видео. Да, девочка очень хорошая, очень образованная. Ну и что-то как-то здесь вот замешкался и не подписался. На следующий день хотел подписаться на нее, но вижу, у меня количество подписчиков упало на 1. То есть она уже отписалась на меня. От меня. Вот. Но я как бы вот за то, чтобы подписки все-таки были честными. Если человеку это интересно, если человек заходит на мою страницу, пишет комментарий, ставит лайки, вот, то я, конечно, вот именно за такую подписку. Если людям не интересно,
а просто заходят для того, чтобы ради них тоже подписались. Но в чем я не соображаю, вот в той же классической музыке, я не соображаю в ней ничего. Я не соображаю ничего в игре на пианино, на фортепиано, на рояле. Вот, что я могу написать? Ну просто ничего я не могу написать, а писать всякую ахинею нести, извините меня, конечно, я тоже такого не могу. Вот. И так как я человек честный и открытый, я передаю свою эстафету, конечно же, тем блогерам, которые занимаются садоводством. Первый в моем списке это Татьянин сад, канал Приморский край. Вот, Татьяна, здравствуйте. Вот вы в моем списке первая, я вам передаю эстафету. Вторым это является канал Ольги из города Омска. Канал называется «Моя копилочка». У Ольги уже достаточно много подписчиков по сравнению там со мной, но у нее уже не тысяча, у нее, по-моему, там 6 с чем-то тысяч подписчиков. Я не знаю, может быть, она такую эстафету и делала, но, тем не менее, я бы на Олечка на вас посмотрел бы тоже и послушал, почему вы стали блогером. Вот. И третий канал – это Евгения Быкова «Мой сад». Тоже только-только-только девушка начала заниматься снимать видео, выкладывать в ролике. Вот. Очень бы хотелось ей помочь, чтобы она набирала подписчиков и чтобы у этих каналов все сложилось очень хорошо. Итак, друзья, всем пока, всем всего доброго. Смотрите мои ролики, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам это действительно интересно. Вот. Но хочу сказать, что в последнее время уже заходят те люди, которым действительно интересно это смотреть, которым действительно интересны растения, как их сохранять, как их укутывать в зиму, подготавливать, те, которые, допустим, не зимостойкие, и все такое прочее. Вот, уже, наверное, все-таки я так скажу, что процент вот тех блогеров, которым это не интересно, он как бы уже меньше. Ну что, если я кого-то ненароком обидел, прошу прощения. Всем пока. Всего доброго. Увидимся.